Информационное агентство BBC опубликовало видеоролик Мердана Гафара, который был заключен в концлагерь. Молодой человек был привязан к железной кровати наручниками. Это видео стало доказательством ложности заявлений китайских властей, которые утверждают, что обучают и перевоспитывают уйгуров. Пока Мердан Гафар пытается объяснить свои переживания тревожным взглядом, со двора колонии издается голос директора концлагеря, который утвердительно заявляет, что в так называемом Синьцзяне никогда не было места под названием «Восточный Туркестан». В качестве причины ареста и заключения сотен людей Коммунистическая партия Китая приводит нарушение карантинных мер. Стоит отметить, что в камерах данных учреждений, площадь которых составляет 50 квадратных метров, содержится от 50 до 60 человек. Среди арестованных имеются дети в возрасте от 13 до 16 лет, которых китайские надзиратели подвергают физическим пыткам. Жестокого обращения не могут избежать даже пожилые люди. Всех заключенных принуждают признаться в преступлениях, которых они не совершали. Даже для того, чтобы сходить в уборную, узникам приходится умолять надзирателей, которые постоянно издеваются над ними. Госсекретарь США Майк Помпео осведомил американские компании о нарушениях прав человека в уйгурском регионе и призвал их пересмотреть свои торговые отношения с Китаем. Во время программы телеканала Fox TV Майк Помпео отметил, что американские компании сотрудничают со строительным и производственным корпусом Коммунистической партии в уйгурском регионе по производству хлопка. «Я не считаю, что наши компании, среди которых немало известных брендов, желают быть замешанными в том, что происходит в уйгурском регионе», — заявил Помпео. Говоря о беспощадной политике Коммунистической партии Китая, преследованиях уйгуров и других тюрков, принудительных абортах и стерилизации, Помпео подчеркнул, что американские компании должны осознавать трудности, с которыми придется столкнуться тем, кто замешан в вышеупомянутых преступлениях. 31 июля Министерство финансов объявило о введении эмбарго в отношении производственно-строительного корпуса Китая и двух официальных лиц за их жестокую политику в отношении народа Восточного Туркестана. Во время пресс-конференции, которая прошла в Министерстве иностранных дел США, Майк Помпео сообщил, что в Китае был выдан ордер на арест некоторых демонстрантов, в том числе и одного гражданина США. Помпео призвал граждан США быть предельно осторожными при поездке в Китай. Подчеркнув, что Китай продолжает политику репрессий против уйгуров и других тюрков, Майк Помпео сделал следующее заявление. «Мы призываем Министерство финансов США ввести санкции в соответствии с законом Магнитского против нарушителей прав человека в уйгурском регионе». Отметив, что Министерство иностранных дел США выступает против того, чтобы китайские телекоммуникационные компании предоставляли услуги в США и других странах, Помпео заявил, что сомнительные приложения и программы китайских компаний необходимо запретить в США. После эпидемии коронавируса в Китае началась паника, связанная с распространением вируса Буния. В общей сложности вирус Буни, распространяемый клещами, был диагностирован у 37 человек китайской провинции Цзянсу. Позже появилась информация о том, что в провинции Аньхой было зарегистрировано 23 случая заражения. Эксперты предупредили, что вирус может передаваться от животного к человеку и от человека к человеку посредством крови. На данный момент жертвами вируса стали 7 человек. В период с апреля по июнь 2020 года компания Google заблокировала свыше 2500 каналов на платформе YouTube, связанных с Китаем в рамках борьбы с дезинформацией. Большинство из них, по версии Google, публиковало спам и неполитический контент, также присутствовали материалы политического характера, ролики о борьбе с коронавирусом в США и протестах против расовой дискриминации. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал первые комментарии после того, как Афины и Каир подписали двустороннее соглашение о разграничении морской юрисдикции между двумя странами в Восточном Средиземноморье. Министр иностранных дел Турции выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Анкара не признает так называемую морскую сделку между Египтом и Грецией. Ранее подобное соглашение о демаркации морских экономических границ было заключено между Турцией и правительством национального согласия Ливии, однако власти Греции таким же образом отказались его признавать.